На фестивале в Латын-ЖТЕХ в номинации робототехника победили студенты ВЛГУ. Всего в этом научно-техническом состязании приняли участие 45 человек из Владимирской, Рязанской, Орловской, Московской и Ивановской областей. Два плодотворных ярких дня завершились. Вы активно поработали, сегодня выполнили практическое задание, поучаствовали в мастер-классах, послушали лекции, были на экскурсии в нашем древнем городе Владимире. Студенческие команды соревновались в одном из трех направлений – робототехника, системное и сетевое администрирование и архитектурный дизайн и проектирование. Фестиваль-конкурс направлен на развитие творческой и технической инициативы молодых инженеров. Так, команды направления робототехника создавали мобильное робототехническое беспилотное транспортное средство. У всех были одинаковые исходники, комплект деталей и инструментов. Дизайн мобильного устройства участники разрабатывали самостоятельно. На голос. Первое место разделили две команды – Института машиностроения и автомобильного транспорта ВЛГУ и Ковровской государственной технологической академии имени Дегтярева. Их модели робототехнического устройства оказались ближе всего к выходу из лабиринта.